царстві своєму, всегда нині прийшли, во віки віков. Священство, монашество и всех православных людей, гонимых за веру православную, да поменял Господь Бог по царстве своем, всегда ныне приисне, во веки веков, и вас всех здесь предстоящих и молящихся, и всех заповедавших нам недостойно молитесь о них, да поменял Господь Бог по царстве своем, всегда ныне приисне, и во веки Отца и Сына и Святого
народного и же от Отца рожденного прежде всех век. Свет от света Бога, истина от Бога, истина. Рождена не сотворена, едино сущна, отсуюжися быша. Нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес. И воплотившегося Духа Святого и Марии Девы и вочеловечився, распятого же за мной при Понтийском Пилате, и страдавшего и погребенного, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса и сидящего в десную Отца, и паде грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца. И в Духа Святого Господа истинного и животворящего и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголошего пророки, воедино святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Добре станем со страхом, Боже, какое возношение в мире приносите. Аминь.
приносящее о всех и за все. Господа, просим. О, дай, Господь.
судище при слове просим. Подай, Господи! Святого Духа и спасивши сами себе, другой живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Забени меня судья до смерти, призывайте тебе небесного Бога Отца и глаголати. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Во Твое царство, сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.